Всем здорово. Короче, сегодня будем разбираться с такой проблемой, как вылет из игры PUBG Battleground. Сегодня у нас 14 января 2022 года, и сейчас этот способ актуален. Что представляет из себя эта ошибка и сам вылет, я вам покажу сейчас. Вот нажимаем «Играть». У нас идет загрузочка. Сейчас появится окошечко пубга и само собой вылетит. Вообще я очень долго искал решение этой проблемы. Я перелазил весь YouTube, посмотрел там 100, наверное, способов, где надо менять всякие значения, хуения, вся вот эта вот шляпа. Вот и наша ошибочка. Отчет об ошибках Battleground, процесс Battleground. Неизвестная ошибка. Что же нам нужно делать? Заходим мы в кнопочку пуска. Этот компьютер, локальный диск C. Нам тут нужны пользователи. Заходим в пользователи, ищем своего пользователя. То есть у меня это скаун. Заходим. Дальше. Нам нужно app.data. App.data. Local. Далее ищем TCL Game, или как она там называется. Сейчас покажу. Вот, TCL Game нам нужен. Заходим сюда, Save it, Config, далее. И Windows No Editor. Тут нам нужно удалить Game User Settings. .ini. Game User Settings. .ini. Удаляем. Далее удаляем Scability ini и удаляем Engine ini. Engine.ini. Вот эти вот три штучки нам нужно удалить. Все, далее закрываем, переходим к PUBG, жмем играть. Ничего не надо менять, никаких значений, ничего, что там рассказывают на YouTube, ничего этого делать не нужно. На сегодняшний день этот способ самый-самый 100%, ну 99,9% точно рабочий. Так, подождем, как у нас пройдет загрузочка. Реально, вот все, что я пересмотрел, все это было шляпное на YouTube. Вот, пожалуйста, все. У нас пошла загрузочка PUBG. Мы спокойно играться будем в него. В общем, пользуйтесь на здоровье. Но единственное, что я могу сказать, я в настройках выставлял, в настройках графики DirectX 12. И вот после того, как я ставил DirectX 12, у меня почему-то начались вот такие вот вылеты, вот такая вот ошибочка. Поэтому лучше играть на 11. Но если вдруг он будет вылетать, ну, используйте тот же самый способ. Это буквально 2 минуты вашего времени. И все у вас будет отлично, и будете спокойно играть в свою любимую игрушку. Так что всем спасибо за внимание. До свидания.